Британская разведка оказалась замешанной в скандале о прослушивании телефонных переговоров. По данным журнала «Шпигель», сотрудники Центра правительственной связи следили за дипломатами в отелях. Ранее об этом изданию сообщил бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Специалисты МИДа Великобритании получали информацию о том, в каких гостиницах останавливаются работники дипмиссии, члены официальных делегаций, а затем разведка начинала слежку. В базе данных было около 400 отелей по всему миру. Британские спецслужбы эту информацию пока никак не комментируют. Сегодня же в Бундестаге пройдет заседание, посвященное прослушке Агентства национальной безопасности США телефонных переговоров Ангелы Меркель.